Аллилуйя, церковь! Аллилуйя, братья и сестры! Давайте мы поднимемся, начнем наше служение. Мы просим прощения за небольшую задержку. Сегодня у нас с вами особый день. Мы с вами, я верю, что самые благословенные, потому что сегодня особое служение. Сегодня мы проводим служение хвалы и поклонения. Сегодня мы будем только славить и поклоняться нашему Господу. Будем молиться, возносить хвалу в единстве Духа одной церкви. Давайте сейчас мы отключим наши мобильные телефоны и направим все свое внимание, взгляд своего сердца, своего духа, только к небесам, к нашему Господу. И давайте сейчас вознесем молитву. Дорогой Господь, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за этот особый чудесный день, за то, что Ты собрал нас здесь сейчас в своем доме. И мы имеем сейчас эту привилегию, Господь, называться Твоими детьми. Имеем эту честь и привилегию поклоняться Тебе. Поклоняться Тебе и называть Тебя своим Отцом, называть Тебе наш Ава Отче. Господь, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, сейчас это служение. Господь, благослови и прими, пожалуйста, нашу хвалу, наше поклонение. Господь, мы хотим воздать Тебе всю хвалу, всю славу. Мы хотим, Господь, порадовать Тебя, чтобы сердце Твое, глядя на нас, возрадовалось. Господь, мы хотим попросить Тебя, что наши сердца сейчас наполнились Твоей благодатью, Твоей милостью. Дай нам почувствовать Твое присутствие. Господь, дай нам купаться в Твоей благодати, в Твоей радости, в Твоей милости и в Твоей любви. Мы отдаем, Господь, все наши проблемы Тебе. Мы отдаем, Господь, в Твои руки все наши переживания, все наши тревоги. Мы не хотим, Господь, чтобы что-то сейчас отвлекало нас от Тебя, от этих драгоценных минут Твоего присутствия и близости с Тобой, Отец. Мы поклоняемся только Тебе. Мы склоняем и сокрушаем свои сердца пред Тобою, пред престолом Твоей благодати, Отец. Аллилуйя, Господь, вся слава только Тебе. Прими, пожалуйста, нашу хвалу и наше поклонение. Господь, все это мы делаем только для Тебя, ради Тебя и ради славы Твоей, Отец. Все только Тебе, Господь. Мы молимся Тебе во имя Господа нашего Иисуса Христа. И народ Божий скажет: Аминь.
Сейчас нужна сила от Господа. Просто начни радоваться. Начни провозглашать Его святое имя. Начни говорить, что Он твой Господь. Будем радоваться в Господе. Аминь.
славить Его. Библия говорит, что мы должны славить всей нашей крепостью, то есть всем нашим телом, и руками, и ногами, и голосом. Поэтому будем поступать по Слову Божьему, Церковь. Аминь. Будем славить Господа всей нашей крепостью, всем, что есть у нас. Аллилуйя.
Слава нашему Господу. Воздайте Господу славу, прославьте Его имя. Сейчас настало время благословить наших деток. Детки, пойдемте, мы за вас помолимся. Давайте со второго этажа тоже спускайтесь к нам. Прекрасное будущее. Аминь. Аминь. Давайте благословим наших деток, помолимся, чтобы сегодняшнее детское общение, общение с воспитателем, общение с Иисусом были бы плодотворными. Славный великий Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, за наших деток, Господь, за то, что Ты даешь нам это счастье Божие. Аву, Отче, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, каждое детское сердечко сейчас, на этом месте, Боже. Пусть с этого времени, Господь, они имеют личные отношения с Тобой, Иисус. Пусть они больше и больше открывают Тебя, какой Ты прекрасный, любящий Отец, какой Ты Бог. Как Ты нас любишь, Господь. Аву, Отче, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, это время. Наполни его своим присутствием, своим смыслом и своей истиной. Господь, научай и наставляй, пожалуйста, наших деток, Боже, Твоим путям, Господь, Твоей правде. Боже Святый, благослови, пожалуйста, воспитателей воскресной школы, воскресной детского обучения, Боже. Пусть через них изливаются реки благодати и реки любви Твоей, Божьей. Аво Отче, пусть это будет прекрасным временем общения вместе с Тобою, Господь. Аво Отче, мы хотим поступать по Слову Твоему, как Ты завещал, Господь, в Своем Евангелии, как Ты написал в Своем Священном Писании, Боже. Да не запрещайте детям приходить ко Мне. Аво Отче, мы исполняем Твою волю и хотим, чтобы наши дети с этого раннего возраста познакомились с Тобою, чтобы они имели радость общения вместе с Тобою. Аво Отче, мы просим Тебя, благослови все это время и молимся с любовью и благодарностью во имя Господа нашего Иисуса Христа. И Церковь Божья скажет аминь. Аминь. Детки, будьте благословены. Дорогая церковь, хочу сейчас помолиться за наши семьи, за организацию новых семей в Болгарии, чтобы Бог благословил нас, чтобы Бог благословил молодежь. И мы приходим, Господь, сейчас к Тебе в молитве с благодарением за наших детей, за наших мужей, за наших жен, Господь. И мы благодарим, Господь, то, что Ты избрал нас и привел на эту землю, Господи. И мы благословляем молодежь на этой земле. И мы верим, Господи, что Ты простираешь на них свою руку. И мы верим в то, что Ты, Господь, Ты кладешь в их сердца свою любовь. И мы верим, Господь, что нет вражды между мужем и женой. Мы верим в то, что жены, они почитают своих мужей как Господа. И то, что жены, вернее, мужья любят и почитают своих жен и относятся к ним как к немощнейшим сосудам. Мы верим в Твою святую кровь, Иисус, и мы верим в то, что только Ты можешь возделывать Твои семьи, Господи. Мы призываем имя Твое среди болгарского народа прямо сейчас, среди молодежи. Мы разрушаем всякое проклятие внебрачных отношений во имя Иисуса Христа. Мы разрушаем всякое проклятие блуда на этой земле. И мы верим в то, что здесь возрастает церковь живого Бога в виде больших семей. Народ Божий приумножается на этой земле. Спасибо Тебе, Господь, что мы можем молиться прямо сейчас за эту благословенную землю. Еще раз мы благословляем, потому что Ты, Господь, Ты создал не одного человека. Ты создал мужчину и женщину по образу и подобию Своему, Господи.
Спасибо Тебе за Твою любовь, за Твою милость, которую Ты изливаешь на нашу церковь прямо сейчас. Мы благословляем болгарскую церковь. Мы благословляем все церкви на этой земле. Слава Тебе, Отец. Будь благословен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, Господь. Также прошу Тебя, Господь, за семьи, Господь, за поколение детей, родителей, Господь, чтобы Ты восстанавливал, Господь, эти отношения, чтобы не было, Господь, никакого непрощения, Господь, чтобы был мир и любовь, Господь, в семьях, родителям, к детям и детей, к родителям, Господь, чтобы та заповедь, которую Ты сказал, чтобы мы не нарушали, Господь, в отношении к родителям, чтобы мы почитали отца своего и мать, да говорит слово Твое, Господь. И я прошу, Господь, если есть какая-то ссора, какое-то разногласие, Господь, приди миром Твоим в семьи, Господь, и восстанови, Господь, отношения детей с родителями, Господь. Не дай нам, Господь, не исполнять эту заповедь, Господь, но дай нам почитать наших родителей, Господь. Дай нам быть послушными нашим родителям, Господь, во имя Иисуса Христа. И мы просто разрушаем всякую ложь дьявола, которую он сеет в сознании детей и родителей, о разности каких-то поколений. Мы провозглашаем мир Божий, мы провозглашаем любовь Божию во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы верим, что родители, они в мудрости наставляют своих детей, потому что слово Твое говорит, что наставь юношу при начале пути, и не уклонится он, когда и состарится. И мы просим, чтобы наши дети, они были в юности наставлены, Господь, на Твой путь. И дай мудрость родителям, Господь, как наставлять детей в слове Твоем, Господь, в хождении с Тобой, проявить эту любовь к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сверхъестественно действуешь в семье, Господь. И мы также молимся, Господь, о неспасенных родителях или детях, кто еще не познал Тебя. Мы провозглашаем Твое слово, которое говорит, что спасешься Ты и спасется весь дом Твой. И мы провозглашаем, что будет, если один кто-то спасся в семье, то будет спасена вся семья. И мы провозглашаем спасение для наших родных и близких, для наших братьев, сестер, для наших отцов, матерей, для наших родственников, для двоюродных, для всего поколения. Спасение во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты, Господь, также созидаешь семьи, Господь, созидаешь братья, Господь. Ты сказал, что нехорошо быть человеку одному. Ты создал помощницу. Мы просим, если сейчас кто-то еще один, кто-то не нашел себе будущую жену или будущего мужа, мы просим, Господь, чтобы Ты чудным образом сотворил эту встречу, Господь. Ты привел, Господь, благословил этот брак, Господь, благословил эту семью, Господь. Ты сказал, что нехорошо, Господь. И да не будет так, Господь, но пусть будет семья, Господь, у кого еще нет семьи, Господь. Мы благословляем молодежь нашу, чтобы они хранили себя в чистоте и святости, Господь. Берегли себя для отношений с будущим мужем и с будущей женой, Господь. Мы просим, чтобы им это было не в тягость, но в радость, Господь, храни себя во имя Иисуса Христа. И мы благословляем брак, которые он строит даже в христианских семьях. После имени Иисуса Христа, дьявол, разрушаем всякую ложь, которую ты сеешь в сознание мужа и жены. Мы провозглашаем мир Божий. Мы провозглашаем, что то, что Господь сочетал, человек да не разлучает. И мы верим, Господь, что ты сочетал, никто не разлучит, что никто не сможет помешать, что нить, которая скрученная, она не скоро порвется. Мы провозглашаем объединение наших семей. Человека. Мы провозглашаем спасение.
Твое спасение, Господь, потому что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы желаем, Господь, чтобы каждый человек в этой стране Бог не погиб, но имел жизнь вечную. И мы благодарим Тебя за Твою любовь, за Твою милость, за Твою благодать, за Твое Слово, которое Ты нам послал. Мы прославляем Тебя, мы поклоняемся. Дорогая церковь, сейчас мы проведем церемонию хлебопреломления. И я сейчас попрошу остаться стоять членов нашей церкви, тех, кто принимал крещение в нашей церкви, либо те, кто считает нашу церковь своей, кто оцерковлен. И давайте приготовим наши сердца для того, чтобы принимать хлеб и вино.